Всем привет! Каждый знает, что после баньки хорошо посидеть на свежем воздухе, выпить горячую чашку чая, морса или другого напитка прохладного. Но для этого потребуется летняя веранда. И как его построить, можно посмотреть в этом видео. Ничего сложного в этой постройке нет. Эту постройку можно сделать самому, сэкономить на строителях. Вся постройка стоит на сваях. Сваи сделаны из трубы 70 на 70. Снизу сделана пятка, чтобы не проваливалась. Для начала забурились, поставили на 1,20 м сваю и обсыпали гравием. Ну а дальше все сами поймете, смотрите и запоминайте.